Развязка зомби-фермы уже близко. В прошлой серии Артём, превратившийся в голема, явно на нас обиделся. Он сломал нашу телегу с жителями и увел их куда-то далеко. Также мы узнали от Сива, что Артём похитил Лилю. Да что мы ему такое сделали? И хоть у нас закончился бензин, но нам удалось переработать движок трактора, а также превратить его в максимально защищенный аппарат. Сможем ли мы спасти нашу подругу? И чем все это закончится? Не. Ну, мужики, ну это не серьезно, маленькие какие-то. Опа! Ну и размерчик. Вот это я понимаю, калибр. Калибр — это бесплатный шутер про реальный спецназ. Тактика тут важнее, чем скорость реакции. Тут есть различные классы. Можно, например, бегать соло-снайпером или, допустим, выбрать медика, и все будут тебя хотеть. Ну и скины тут капец красивые. Так что, если хочешь новых ощущений от онлайн-стрельбы, залетай в калибр. Ссылка в описании. Попробуй, это бесплатно. А если что, там можно играть и в одиночку. О, вот, смотри. Жители. Какие-то домики. Видимо, здесь и Артём. Надо быть осторожными. Так, тихо. Жители! Здравствуйте. Помните, мы вас спасали? А, Артём! Тормози, Артём! Мы же с миром! Отдай нам Лилю! Отдай Лилю! Где, блин, Лиля? Слышь, ты, каменная башка! Лиля? Стоп, подожди. Ты не в плену? Артём же вас уже давно звал. Чего? Он нам бошку пытался проломить. Ну или во всяком случае вел себя крайне недружелюбно, Артём. Стоп, подожди. Он тебе не говорил, что он нас больше не любит? Так, Артём, я не понял. Ты что, сказал Лиле, что ты нас позвал в гости? Так, понятно. Ну, короче, ладно, у него явно есть причина нас недолюбливать. Ну, блин, давай его простим, ладно, Лиле? Подожди, то есть... Ты, получается, тут по доброй воле, да? И чем же вы тут занимаетесь? Нам Стив сказал, что Артём тебя украл. Понимаешь? Стоп, это вы тут отстраиваете деревню? Это ваша деревня? Так, вот куда ты всех этих жителей привел. Понятно. Ого. Блин, наверное, глубокий. Бать, иди сюда, посмотри. Стоп, а сколько вас тут? Нифига себе, целое поселение, не то что наша база. Будет кузница. А это что, концертный зал, что ли? Ладно, ну, вроде обычная деревня. Блин, Артём, и что такого, что если мы сюда пришли, что думаешь, мы что-то испортим, что ли? Ладно, ну, окей, я за вас рад. А что-нибудь что тут прикольное есть? Или это все? Ладно, короче, мы тогда поехали, надо Стива сюда привезти, показать ему. Он любит такие дома отстраивать, ты бы видел, что он там построил. Ну, Артём, блин, зачем было нам грубить, а? Разве мы что-то сломали? Я уж боялся, придется с Артёмом драться. Что такое? Есть еще что-то крутое? Так, ну мы любим всякое крутое, давай показывай. Так, стоп, там мы ехали, мы бы заметили. Мы что-то пропустили. Давайте посмотрим. Что, теперь и ты рад нам показывать, или ты не хочешь, чтобы нам это показывали? Что тут? Да ладно. Еще один бункер. И что там внутри? Подожди, нифига себе, вот случайно, да, так выбрали место для базы? Что там внутри? А... Ты не открывала его еще? А, ну ты бы и не смогла. Коды-то у бати. Бать, что, ты сможешь открыть? Цифра 2 такой вообще был или это первый раз мы такой видим? Так, ну давай попробуй. Так, ну-ка. О, получилось! Так, нифига себе. Стоп, подожди. Там всегда вначале была табличка, какие-то там кнопки. Это какой-то необычный получается бункер. Черт, там свет? Блин, я боюсь туда идти. Артём, ну раз Лиля сюда идет, может и ты тоже сходишь, а? Только пригнись, пожалуйста. Ладно, с Артёмом уже не страшно. Ау, есть кто? Ау! Что-то шумит. Стоп. Это что за завод? Блин. Радиоактивный, что ли? Слушайте, может уйдем отсюда, а? Господи! Там туннель. Так, я что-то не понимаю. Это какой-то огромный 3D принтер или чего? Какие-то кнопки, рычаги. Так, ну тут надо разобраться. Ого. Чё это? Бать. Слышь, тут какие-то кнопки. Характеристики какие-то задаются. Скорость, ярость, сопротивление. Не понял. Это что за настройки такие?
Это репликатор, тут можно создавать существ? Создавать существ? Ты прикалываешься, что, инструкцию что ли нашел? Лиль, ты прикинь, существ можно создавать. Так, и тут страшные звуки. Из этого туннеля? Артем, ты тоже слышал? Чего, оттуда? Свинка, блин, ё-моё, я уж перепугался. А, это же те самые рельсы. Бать, помнишь, мы портал находили, там такие свиньи были? Они там что-то работали, ты сбежала, что ли? Что? Ты хочешь поставить на ней эксперимент? Ха, опыт, что ли? Так, что-то Артём зашевелился. Ты чё, охренел, что ли? Мы его батю бить! Вообще дурак, что ли, каменный? Так, всё, брейк. Или просто у него это, болезненный опыт экспериментов. Мы же не на тобой будем опыт ставить. Это свинка. Её бы вообще скушали. Без обид, свинка. Да, давайте замутим. А ты давай не лезь к моему бате, понял? А то и тебя тоже тут запихаю как-нибудь. Свинка. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Смотри, что у меня есть. Вкусненькое сено. Давай сюда. Так, заходим, свинка. Вот, покушай, свинка. Вот, вкусненькое. Бать, давай. Сейчас убежишь же нафиг. Закрывай. Вот, отлично. Так, характеристика. А, с той стороны, да, кнопки, точно. Сейчас что-нибудь задам. У тебя же там инструкция есть, да? Мы же ничего не испортим. Свинка, все будет нормально. Сейчас мы из тебя сделаем супергероя. Супер-свинья будет сейчас. Так, нам нужен защитник, поэтому, пожалуй, так мощность свинье зададим. И ярость. Ну, для начала сойдет. Ну, сейчас запустил. О, что-то загудело. Загудело. Так, ну-ка, что сейчас получится? Вау, что-то у нас получилось. Свинка? Ну-ка, похрюкай. Бать, открой-ка, а? Свинка, хочешь сено? Ты кушаешь сено? Свинка? Давай покушаешь. Нормально? О-о-о! Так, это что-то мне не нравится, этот звук. Блин, валим. Свинка, на, поешь. Что, не хочешь? Блин, она какая-то агрессивная, что ли? Шипит что-то на меня. Что нам с ней делать, нафиг? Житель, в сторону отойди. Житель, блин, убегай, нафиг. Житель, убегай. Охренеть, вы видели? Она взорвалась. Блин, не хочу смотреть на это. Черт. Кто же знал? Артём! Да блин! За свинку эту ругай! Я-то чё? Да всё, хорош, я понял! Всё, больше не будем пользоваться тем репликатором! Всё, я понял! Стоп! Вы слышите? Звук какой-то! Чё это за звук? Военные! Бежим! Скорее! В трактор! Бать, давай, заводи его быстрее! Скорее! Заводи давай движок! Как мне порез... А, чёрт! Поздно, опоздали! А, чё думаете, окружили, что ли? У нас друг голем есть! Он нас всех перефигачит нафиг! Что, не пугайтесь? Просто поговорить? А вас вон сколько, вот поговорите между собой! Мы-то вам зачем? Чё вам надо, блин? Не с вами, а с начальством? Вас начальство вызывает с выгодным предложением. Хм, ну вроде интересно. Так, что это такое? Блин, что происходит? А, нифига себе! Блин, что за жесть нафиг? Капец, это эти мясные монстры! Валим! А, нафиг! Валим, быстрее! Лили, куда можно спрятаться тут? Блин, что за жесть? Вот сюда давайте, в этот домик. Ух, капец. Вы же спецназ, сделайте что-нибудь. У вас есть экспериментальное оружие на этот случай? Что, думаешь, поможет? А, блин, ты только хуже сделал! Валим быстрее, куда-нибудь прячемся! Батя, быстрее, за мной! Дождь! Только этого, блин, не хватало! Вообще, что ли, никого в живых не осталось? Жесть!
Просто какая-то резня. Ай, блин! Ты меня напугал! Ты что, в колодце спрятался? Пипец. Да, что-то пушка твоя не сработала. Абсолютно не сработала. Только, походу, хуже сделала. Это весь свой взвод, да, то, что осталось. Если вы нам не поможете, мы все трупы. Что думаешь, эти мясные нам угрожают? Ты нас на вертолете подкинешь? Блин, бать, ну, кажется, угроза-то реально. Что, полетим? Ладно, хорошо, слетаем с тобой. Так, чё, Артём, походу, вон единственный твой житель, да, который остался. Остальные все разбежались. Ну вы, Лиль, тогда тут восстанавливайте пока, ладно, свою деревню. Мы по-быстрому слетаем, хорошо? Вы нас дождётесь, да? Окей, будем. Ну чё, давай, на каком вертолете полетим? Бать, погнали. Ой, та самая база? Чё, мы сейчас на неё легально войдём? Так, ну это что-то новенькое. Что-то тут как-то пустовато стало. Ого, вы тут понастроили. Ну, база, конечно, впечатляет. Вопросов ноль. Ого, у вас тут предбанник. А это типа главный офис или чё? Ничего себе. Знакомые какие-то лица. Здравствуйте. А вы случайно не знаете такого парня? Его Стив зовут.